Переходим к мягкой букве Ф. Фатха. Произнесем. Ф, фатха, ф. Еще раз. Ф, фатха, ф. Следующая буква КАФ. Произнесем. КАФ, фатха, КА. КАФ – твердая буква. Еще раз. КАФ, фатха, КА. Переходим к мягкой букве КЕФ. КЕФ, фатха, КЕ. Еще раз. КЕФ, фатха, КЕ. Буква ЛЯМ. ЛЯМ, фатха, ЛЯ. Повторяем. ЛЯМ, фатха, ЛЯ. Следующее. Мягкая буква МИМ. Произнесем. МИМ, ФАТХА, МА. Еще раз. МИМ, ФАТХА, МА. Обратите внимание, что МИМ мягкая, и говорить твердо МА будет неверно. Правильно произнести мягко. МА. МИМ, ФАТХА, МА. Еще одна мягкая буква, буква НУН. Произнесем. НУН ФАТХАНА. Также обращаю внимание на довольно распространенную ошибку, когда НУН с ФАТХАЙ произносит твердо. НА. Старайтесь избежать этого. Правильно говорить НА. Мягко. Нун фатхана. Буква Х. Давайте произнесем. Х фатха Х. Еще раз. Х фатха Х. Не нужно ее произносить как Х. Нужно произносить мягко. Х. Х. Следующая буква – вау. Это мягкая губная буква. Давайте напишем. Давайте прочитаем вместе. Вау, фатха, ва. Еще раз. Вау, фатха, ва. Не нужно говорить ва. Старайтесь произносить мягко. Ва. Еще раз. В. И последняя буква. Е. Мягкая буква Е. Давайте произнесем. Е, фатха, Е. Еще раз. Е, фатха, Е. Теперь прочитаем изученные буквы с фатхой еще раз. Ф, фатха, ф. Каф, фатха, ка. Кеф, фатха, ка. Лам, фатха, ла. Мим, фатха, ма. Нун, фатха, на. Ха, фатха, ха. Вау, фатха, ва. Я, фатха, я. Прочитаем еще раз. Ф, ка. К, Л, М, Н, Х, В, Е. Урок окончен. Домашнее задание этого урока – научиться правильно произносить и писать пройденные буквы. Теперь вы знаете произношение всех букв арабского алфавита с огласовкой фатха. На следующих занятиях мы закрепим материал,
а также обратим внимание на распространенные ошибки в произношении букв с фатхой.